Кармановская ГРЭС – это гордость республиканской энергетики. Прошу вас разрешить запуск в эксплуатацию обновленного энергоблока станционный номер 3 Кармановской ГРЭС. Разрешаю. Запуск третьего энергоблока Кармановской ГРЭС – важное событие для всего Башкортостана. Ведь предприятие дает треть мощности всех региональных электростанций. Модернизацию оборудования начали в 2020 году. В два этапа удалось заменить практически все основные детали. С 1 декабря 2020 года мы первый этап делали. Это замена цилиндра высокого давления и замена двух поверхностей нагрева. Вот там котел, если посмотреть. Поверхность слева – это конвективный парогреватель менялся и ширма подогреватель второй ступени. По второму этапу, значит, заменили 1000 тонн на котле. Заменили регулирующие клапана и стопорные на турбине. Это по турбине поработали. И установили в комплексе генератор весь с защитами. Поменяли 320 генераторов ТВВ на 350. По словам директора Кармановской ГРЭС, мощность генератора увеличилась на 30 мегаватт. Соответственно, надежность и экономичность стали выше. С 303 мегаватт до 316 выросла нагрузка на блок, а удельный расход условного топлива на производство электроэнергии значительно снизился. Здесь мы прогнозируем снижение расхода условного топлива примерно на 4-5 грамм. Это довольно много. Это на каждый киловатт произведенной энергии. Если 300 мегаватт, вы можете сами прекрасно эту цифру посчитать. Если блок будет работать примерно 7-7,5 тысяч часов, то в год это дает десятки миллионов рублей экономики чистой. Ну и плюс для будущих поколений мы опять же оставляем некий запас по газу, как вы понимаете, потому что объемы потребления здесь очень большие. Новое оборудование полностью отечественного производства, а значит, стратегически важное предприятие не будет зависеть от зарубежных поставок. Кроме того, модернизация позволила продлить срок его службы еще минимум на 30 лет и обеспечить эффективную и безаварийную работу, как это и было с момента начала работы Кармановской ГРЭС. Строится гигантская Кармановская ГРЭС. 3 600 000 киловатт, 6 дней прогрессов, ее будущая мощность. В следующем году Кармановской ГРЭС исполнится 55 лет, и за это время только третий энергоблок произвел более 83 миллиардов киловатт-часов. Именно он стал первым объектом в Башкортостане, обновленным по федеральной программе комплексной модернизации тепловых электростанций. Стоимость составила почти 2,5 миллиарда рублей. На очереди усовершенствование энергоблоков номер 1 и 2. Блок первый уже в работе, то есть оборудование изготавливается. На сегодня на силовых машинах изготовлены ротора этого блока, отлиты два, по-моему, цилиндра. Ну, то есть работа идет полным ходом, пока на заводах производителях. Мы ждем поставки оборудования и сразу приступаем к работам. Основной пик у нас по блоку 1 придется на 2024-2025 год, затем блок 2 с перекрытием там 2025-2026. Вот это конкретно по Кармановской ГРЭС. По словам генерального директора башкирской генерирующей компании, в дальнейшем они планируют заняться судьбой 4, 5 и 6 энергоблоков, чтобы Кармановская ГРЭС обрела абсолютно новую жизнь. Анастасия Тимирбаева, Ильгиз Миеханов, Полина Сюткина, Эдуард Новиков. Время новостей.